Здравствуйте, и с вами я, Михаил Шилов, автор проектов budushin.ru, budublog.ru, makivara.ru. В этом видео я расскажу о том, как теоретики от боевых искусств, ничего не знающие об ММА, берутся об ММА, тем не менее, рассуждать. У меня во всех социальных сетях есть тематические группы о боевых искусствах. И там, под моими статьями, впрочем, как и здесь иногда, встречаются комментарии, которые становятся просто триггером, чтобы написать целую статью в ответ или записать большое видео. Вот и тут так вышло. Человек, имеющий отношение к традиционным боевым искусствам, но, как выяснилось, имеющий никакое представление об ММА от слова совсем, тем не менее очень напористо проводил ассоциации, самосравнения и делал далеко идущие выводы, которые, разумеется, были абсолютно неверными, так как весь предмет его выкладок, а именно ММА, был этому гражданину почти незнаком. Для него ММА – это коммерческие бои. Бои профессионалов в разных промоушенах. И все. Отсюда он и вел свои самосуждения, набрасывая попутно о боевом духе, который воспитывает только традиции и так далее. Ну, в общем, джентльменский набор адепта традиционных настоящих боевых искусств. Он объяснял мне, что большинство адептов традиционных единоборств – любители. А в ММА это профи, которые едят, спят, срут и тренируются, и на заводе не пашут. Я долго пытался донести до него, что это вовсе не так, но упертость его была просто на высоте. Поэтому мне пришлось прибегнуть к более жестким приемам риторики. Ну, смотрите сами. Дальше я приведу свой, значит, ответ, который можете считать открытым письмом или сообщением ко всем теоретикам, которые, освоив одно направление, в лучшем случае, берутся судить о других, не имея об этом никакого представления и не имея на то никаких оснований. Вы смотрите на шоу, то есть, а шоу – это атрибутика, поведение, маркетинг и деньги. А ММА – это техника, стратегия, тактика и дух. Да, именно бойцовский дух. У большинства адептов традиционных боевых искусств не хватит духа выйти на контактный спортивный поединок. Что уж говорить о таком поединке, на котором они будут биться насмерть. Я все больше убеждаюсь, что вы ничего не знаете об ММА. Выбейте у себя из головы шоу. Что вы уперлись в это? Может, я вас удивлю, но в России ММА занимаются десятки, а может и сотни тысяч мальчишек и девчонок. ММА признан видом спорта, а потому проводятся соревнования от региональных до международных, собирающих десятки тысяч участников. И это любители. Понимаете, это не профессионалы. А еще огромное количество занимается только ради боевого искусства. И вообще не принимает участия ни в каких соревнованиях, но практикует свободный, полуконтактный, а иногда и полноконтактный спарринг. В своих секциях, между клубами, между собой просто так. У меня лично есть такая группа, где занимаются одни мужики. Почти все за 40 и старше, даже за 50. И там нет профессионалов. Вообще. Понимаете? И таких групп довольно много, и много таких, кто занимается так. Вы решительно ничего не знаете об ММА, но берете что-то писать и судить. В противовес скажу, что я лично как раз могу судить о предмете, о котором сейчас веду речь. Так как я мастер в традиционном карате, мастер спорта России в спортивном карате и инструктор по ММА, врач Союза ММА России. Так вот. Я работаю и с теми, и с другими, и с третьими. А потому выучил за долгие годы их всех как облупленных. И знаю, о чем они думают, чем живут, что умеют, что не умеют и так далее. А вы посмотрели по телевизору там UFC, M1 и так далее. И с какого-то перепугу решили, что знаете что-то об ММА, что вот это ММА и есть. UFC – это промоушен, шоу, в котором участвуют с целью зарабатывания денег некоторые бойцы ММА. Почему некоторые? Потому что другие бойцы не участвуют.
А некоторые, например, даже выступают в прорестлинге, а кто-то еще в чем-то. Это дело некоторых бойцов, которые выбрали себе то, чтобы выступить в профессиональном промоушене. Но большинство не выступает. И это не говорит о том, что эти промоушены есть само ММА. А ваше заявление ровно такое, что бокс – это только профессиональный бокс, где бойцы только едят, спят, срут, тренируются. Хотя профессиональный бокс – это хрен да маленько от всего мирового бокса. Масса любителей, кто участвует в соревнованиях, и масса, кто не участвует. Я скажу вам, что многие ортодоксы, особенно близкие к руководству школ и направлений, только и делают, что едят, спят, срут и тренируются тоже, понимаете? И почему же тогда они боевым искусством занимаются? Хигауна, например, всю жизнь так и делает. И таких, как он, хреново туча. Дойдите до ближайшей секции ММА. А еще лучше сходите на обычную тренировку в каком-то клубе ММА. Не бойтесь. Никто вас там убивать и калечить не станет, если не будете срисоваться, пальцы гнуть, как-то мастериться. Наоборот, отнесутся, скорее всего, доброжелательно. Если испугаетесь идти в какую-то группу общую, возьмите персоналку. Вот тогда вы будете иметь какое-то представление об ММА. Вы получите его. Тогда ваши высказывания будут иметь под собой хоть какое-то основание. Вот это тогда будет нормально. И еще раз, кто я? Михаил Шилов, мастер спорта России по карате, 5-й дан карате ВФФ, тренер по ММА, сертификат Союза ММА России, врач, ортопед, травматолог, мануальный терапевт. Много всего наговорил. Почему? Потому, чтобы не возникали вопросы потом, на каком основании я делаю все эти суждения и высказывания. Вот так вот. Ну что ж, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал, буду рад почитать ваши комментарии, оспаривайте мнение мое, я не знаю, я знаю, что традиционщики поспорить любят, но это дело ваше, хотите принимайте эту позицию, хотите нет. Никого я, значит, обидеть не хотел и не пытался, просто обосновал, почему я считаю, что те, кто не знает, что такое ММА, не имеет права об этом судить, основываясь только на просмотре телевизора каких-то шоу типа UFC. Все, до встречи, всем пока.